Здравствуйте. Сегодня мне необходимо закоптить рыбу ранее наловленную. Это здесь щука и карась. Копчение рыбы будет происходить в такой коптильне из нержавеющей стали и на газовой плите. Щепу буду использовать из груши, купленной в магазине. Еще маленько подрезал щепы из сливы. Вот такое небольшое количество щепы вложим на дно коптилки. Больше, если мы положим, рыба будет сильно черная, поэтому излишки не нужно. А если мало добавим, то будет светлого цвета. Смотря кто какой хочет цвет рыбы, столько и ложим щепы. Но много щепы ложить нежелательно. На дно коптилки ставлю решетку, на которой будет стоять вот такой поддон для стока жира от рыбы. Потом решетку, на которой будет ложиться рыба для копчения ее. И на эту решетку теперь буду укладывать рыбу ранее просоленной. Солим рыбу по своему вкусу. Эта рыба находилась в соли где-то около 35-40 минут. Можно добавить еще и приправы для рыбы, но с приправой мне сильно не понравилось. Поэтому кроме соли я больше ничего не добавляю. Рыбу раскладываем на решетку так, чтобы друг к другу она не прикасалась. Вот так разложим рыбу на решетку, и теперь можно закрывать ее крышкой. Копчение рыбы будет происходить на газовой плите. Зажигаем две конфорки газовой плиты, и на решетку газовой плиты ставим коптильню, в которой помещена рыба. Добавляю пламя на всю мощность, и в таком состоянии рыба будет коптиться около 25-30 минут. Возможно, через 15 минут мы еще посмотрим, как она выглядит. С того времени, как поставил я рыбу на копчение, прошло около 15 минут. Давайте посмотрим, как она выглядит на этот период времени. Открываем крышку аккуратно, чтобы не обжечься. Вот так красиво рыба выглядит. Еще минут 10-15, и рыба будет готова. С того времени, как поставил я рыбу на копчение, прошло около 25 минут. Все, рыба наша готова. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот так красиво и ароматно пахнет рыба данного копчения. Возможно, это видео будет полезным для тех, кто не знает, как и на чем закоптить рыбу. Кто желает получать известие о добавленных мною новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю приятного аппетита, всего доброго, до свидания.